В Ульяновске открыт второй по счету кризисный центр для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Необходимо отметить, Дом милосердия принимает беременных женщин, которые оказались в беде. Мы сделали социологические исследования, и более 15 тысяч в год подвергаются женщин насилию. А где женщина, там и, естественно, ребенок. И порой женщина в рамках не очень лицеприятных ситуаций идет на крайние меры и делает аборт. А попадая сюда, она попадает к хорошим специалистам, психологам, юристам, врачам. В приюте для беременных две квартиры, каждая из которых рассчитана на пребывание нескольких человек. Квартиры обставлены мебелью, есть посуда, телевизор, кухня, ванная комната. Словом, обычное жилье, где женщина спокойно может жить, пока конфликтная ситуация в ее жизни не разрешится. Инициатор создания второго в Ульяновске кризисного центра – Союз православных женщин. Партнерами по социальному проекту «Дом милосердия» выступила Симбирская епархия, женский монастырь Михаила Архангела и православные общественники. Мы активно сотрудничаем с православной церковью и вот с Союзом православных женщин. Буквально несколько полгода назад, наверное, подписали генеральное соглашение о сотрудничестве. В рамках вот этого соглашения как раз создан центр. Кризисный центр адаптирует к новым условиям жизни, обучит молодую маму навыкам ухода за ребенком, поможет в трудоустройстве, бесплатно накормит. Разрешит, казалось бы, неразрешимую проблему. Дом милосердия уже принимает подопечных. Как я сюда попала, у меня никого нет, то есть родственников абсолютно нет. Пришлось обратиться за помощью к губернатору. Просить его, то есть, куда дальше, какой-то помощь, то есть, может быть, я не знала, а вообще, вот, то, что есть такие вот приюты милосердия, здесь замечательные условия, то есть, допустим, если кто-то еще хочет, чтобы ребеночек сохранить, то есть, дать жизнь ребенку, такие приюты, они вот именно, как бы, вот, понимаете, для этого созданы, то есть, мы здесь получаем психологическую помощь, юридическую помощь, то есть, все здесь на полном государственном обеспечении. Таким образом, сегодня в Ульяновске работают два кризисных центра для женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Один располагается в Правобережье, другой – в Заволжском районе. Напомним, ульяновские дома помощи нацелены на работу с беременными женщинами или теми, кто уже имеет детей. Но классические кризисные центры как в России, так и в других странах не делают различий для обратившихся, вне зависимости, хотят они стать матерями или нет. Поскольку цель таких домов – укрытие женщины от ее агрессора, помощь в создании новой и счастливой жизни, юридическое и медицинское сопровождение, например, в суде при разводе. Очевидно, что и Ульяновску необходимы кризисные центры широкого профиля, помогающие не только беременным, а всем жертвам насилия. А пока имеем то, что имеем. Анжела Забашта, Александр Кудряшов, репортер 73.